4 по 10 марта в Орле будут работать цветочные базары. Для этого организуют 32 площадки. 29 февраля – последний день приема заявок для участия в торговле. Стоимость одного места – 5232 рубля в день. Тем, кто хочет обойти эту официальную часть, напоминают об административной ответственности. В Орле организуют рейды, чтобы не допустить несанкционированную торговлю. Штраф для физических лиц будет составлять до 5000 рублей, для юридических лиц – до 50 тысяч рублей. Подать заявку на санкционированную торговлю можно в Управлении экономического развития администрации города Орла, позвонив по номеру телефона 25-52-10. Стартовал прием заявок и на участие в первой ярмарке выставки цветов «Весеннее настроение». Она начнется 7 марта в 9 часов утра. Аллею перед городским парком заполнят тюльпаны, мимозы, первоцветы из питомников Орловской области. Привезут и символы весны из южных регионов России. Свои достижения могут представить предприниматели, юридические лица и самозанятые. Помимо букетов, жители города Орла смогут приобрести и цветы в горшках, и садовые растения. Также будет организована культурная программа и работать общепит.